Потрясение, потрясение, Олари Кетери Пиньяна, ну и будет придет время умилитворения. Ура Бутарахайян, Ура Турахай Чампур Курмат Кейман, Ребедери Кетери, так говорит Дух Святой, так дети мои, если Олари Кетери Пиньяна, не смотрите, не смотрите, где что и как здесь, и не рассуждайте над этим. Уй, бидари, бидари, кинчантер, а рассуждайте над словом моим, где написано, улари, бидари, кинчантер, как себя вести, как приближаться к Богу вашему, к Богу живому, к Богу живых, алари, бидари, кинчантер. И как стоять в рядах подбоинов победителей, алрибидери, кетери, пинчата. Да не смущает ваш глаз ни в чем, ори, кетерен, вас. Алрибидери, бидери, кетчата, кирмен, рекетерен. В молитвах больше пребывайте, в рассуждении от слова моего больше пребывайте. Оттуда черпайте, и вы увидите, как я благ, как я благ. И как я вас храню и хочу до конца сохранить, Аларикит Кайтер, и чтобы вы пришли, и вы видели, и узрели меня чистым взором своим. И одежды, чтобы были не запятнаны, а одежды были, чтобы чистые, чистые, улики телепинчанта. Я свят, дети, и вы должны быть со мной святы. Следите за собой, наблюдайте за своим хождением. Так говорит Господь Бог Саваоф. Так говорит Дух Святой, так, дети мои, так, дети. И реки телепинчанта, я вас породил. И я вас хочу сохранить, сохранить во что бы то ни стало. Только вы, дети, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Я любуюсь этой простотой. Я хочу простоты в народе моем, и мудрость. Да не оставит вас, ибо я буду умудрять каждую душу. Или китая хайчан, арамайтер, так, дети мои, так, я близок к вам, приближайтесь и вы. А как вы можете приблизиться ко мне? Только через чистоту и святость, следя за своим хождением, как вы ходите, как вы поступаете. И знайте, дети, без любви никто не войдет. Никто не войдет в царство мое без любви. Я вас любил, и вы любите. И вы любите друг друга. И заботьтесь друг о друге, Олрикит Кайтер. Парман Олрикит Терен, сегодня одному тяжеловато и трудно. Помогай. Завтра другому помогай. Учтивыми будьте, храните себя, храните сердца ваши, храните, дети мои, храните их. Более всего хранимого храните сердца ваши, дети. Харибидари Китеран, Энакин, не человеку угождайте, не человеку, Уканарабадари Китеран Кинчата. Человек обманчив, улики терефисанта. Сегодня скажет так, а завтра поступит по-другому. Не так, как говорил ныне, не так, как говорил сегодня, поступит, а так, что ему в голову придет. Уруку тарахакин, то и будет делать, так и будет поступать. Не заботится сегодня народ. Я не говорю о всех, но не заботится народ, не заботится о чистоте и святости своей, не заботится. Но я говорю, дети, покаяться, раскаяться нужно. И в своих хождениях пребывать предо мною честно, свято, как я свят, так говорит Господь Бог Саваоф. Я свят, и вы должны чтить имя мое и быть
дети. Ибо я вас сотворил, и полюбил, и возлюбил, дети, ови китери инчандер, но своего народа излюбленного я также не оставлю. Спасен будет остаток мой, ибо так воля моя. И вы, ныне, дети, будете так ходить, будете в чистоте и святости пребывать. Будете и вы все спасены, и дом ваш, и ваши дети, внуки, правнуки, и поколения, улики терекиндяндер, ибо я буду давать, чтобы они видели ваше хождение, чтобы дети ваши запоминали, как вы ходили, как вы были святы, так и они будут к этому стремиться тогда. Поэтому, дети, будьте осмотрительны, будьте в своих домах, среди народа, будьте осмотрительны, чтобы не подавали соблазна никакого улики перепинчатам, чтобы не могли окружающие вас соблазном жить. Ибо ихнее продвижение тогда не будет ко мне, и приближение не будет, они не будут приближаться, видя у вас соблазн, который существует в душах. Урукуткайте, цармалерикитерон, дети, молитесь и простите, чтобы дух соблазна вас не посещал ничем, и никем, и ни в ком. Уткатара халарикитерон, как написано, соблазняет глаз тебя, лучше вырвать его, но не допустить соблазна в сердце свое. Так говорит Дух Святой, так говорит Господь твой, так, дети, так, аминь. Аминь.